Да, ну, запись продолжается. Вот. Записали сегодня гитару. В общем, гитара, ну тут кусок, вот я, значит, есть, да, вот. Записали ее как? Значит, записали вот через Marshall М2, АМТ, значит, через кап сим, то есть симулятор кабинета, вот, значит, ну, вот, значит, для демонстрации просто вот. Ну вот, в общем, гитара записанная. Ну, мы тут, правда, ее сдаблили. В общем, ну и записали, я говорю, еще через процессор, вот, через процессор записали акустику. Кусочек здесь тоже такой небольшой. Ну, тут тоже это пока все под вопросом. В общем, вот так вот. Сейчас. Вот. Тоже. Пока под вопросом. Так вот, значит, это был вот один кусок. Сейчас вот еще записали вот в концовку некоторый такой вот кусок. Значит, вот тоже акустический. Так вот, используем процессоры и педали. Вот, кстати, записывали с грелкой. Еще тоже вот это вот Marshall. Это эмуляция, в общем, Marshall M2, Marshall 800. И, значит, грели мы его вот, собственно, такой вот Zakk Wylde Overdrive. В общем, Berserker Overdrive. Ну, стандартный набор. Что-то вот мы сегодня решили вот так вот позаписывать. Вот. Это просто вот P2. Кстати, тоже слушали через Capsim. Да. Ну, а она звучит поживее. Тоже. Но сейчас демонстрировать ее через Capsim, я думаю, уже не будем. А эту, да, эту вот, я говорю, Marshall 800 записали через Capsim, да, с грелкой. Вот. С грелкой норм, но пиви его решает. Пиви решает, думаешь? Да. Ну, пиви, она и сама по себе жирная, там
металлическая. Это эмуляция, короче, не лучшая. Если у вас есть Marshall какой-нибудь даже новый, он по-любому лучше будет, чем эмуляция этого 800. Ну, тут надо, понимать, что это как бы усилитель-то как бы когда грелся, когда делался, и его надо постоянно греть. Не сам усилитель, сам Marshall 800 может и норм. Я им говорю про конкретно эту эмуляцию. Это все-таки эмуляция. Ну, тут я думаю, что Капсим, собственно, да, то есть от цены педалей... Ну, так, в общем, короче, вот этот P даже получше. Ну вот, я не знаю, насколько тут можно еще вот сейчас вот, не знаю, вернуть, там чуть послушать. Да не, ну что так услышишь? Ну на записи будет вот когда... На записи вот... На записи... Ну нет, с грелкой этот эмулятор Marshall еще как-то сработал. Грелка его спасла. Грелка спасла, но как-то вот... Вот, в общем, вот записали. Ну мы, я и говорю, еще раз, да, мы сдублили. Просто тут гитары. Да, ну вот звучит это все вот так. Так вот, а акустику, да, акустику вы уже слышали, акустика записана через наш тоже старичок. В общем, тут хорошие акустические пресеты есть. Мы слушали несколько, насколько я помню, да? Вот, это GT8, Boss мой старенький. Так что, как бы говорится, не противники процессоров. Тут у меня всего натащено, я что-то сегодня решил вот так... Пописать. Вот сегодня вот так вот, в общем, гитара и вот через просто вот через, как говорится, сели вот в карту сегодня вот с таким вот набором. Ну, поскольку да, творческий процесс, вот, как говорится, он есть и он имеет место быть. Вот, в общем, куча грелок разных. Я даже мясобой грелку приехал сюда зачем-то. В общем, думал, поиспользуем, но вот, собственно, с Маршалом решили вопрос и с ним записали. Так что, ну, результат вы слышали. Как смогли, записали, да. Ладно, да. Пошли пить чай.